Начинаем, пожалуй. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдди, и сегодня хочу вам показать два мода для GTA San Andreas. Первый мод меняет карту, просто запомните, как это все выглядит сейчас, и мы сделаем переход. И вот новая карта, посмотрите, какая красивая, в такой стилистике GTA 5, но это не то же самое, что и GTA 5. Мне очень нравится, как нарисовали моря, прям цвет такой приятный, синий, темно-синий. Карта черно-белая, автор, по-моему, Blood Rose, по-моему, не помню, честно говоря, но карта классная, мне понравилась. И плюс ко всему, данная карта идет с прямоугольным радаром, чтобы его поставить, нужно вам скачать прогу, но потом объясню. И давайте покажу второй мод, он связан с оружием, но это не пак оружия. Для начала давайте включим ночь. Все, наконец-то я поставил вечер, и данный мод добавляет трассерные лучи нашему оружию. Конечно, у Desert Eagle не очень, но вот смотрите. Вот видите, появились такие трассера, и довольно-таки прикольно. И как я понял, данную фишку автор взял из GTA 5. То есть, что такое трассер? Когда мы стреляем, то пуля оставляет за собой некий след, и это заметно. А если с минигана? И вот такие прикольные трассеры, и также появляется небольшой такой дымок от каждой пули. Прикольная фишка, но я немного заморочился с установкой. На самом деле там она очень легкая, но чтобы установить данный мод, вам нужно скачать программу, которая называется Magic Tool, по-моему. Она позволяет вскрывать TXD-файлы, и вам нужно просто перекинуть 11 файлов, которые есть в архиве, это картинки формата PNG, их нужно перекинуть в файл, который расположен в вашей GTA San Andreas по адресу models.effect.ps, и открываете Magic Tool'ом и добавляете эти 11 картинок, и вот у вас будут такие интересные трассеры. Я так посмотрел, их вот очень тепло оценили, прям всем они так понравились. Одни плюсы, столько скачиваний, это вторая версия, есть еще первая версия. То есть скачиваний еще больше, и карта очень классная, честно, приятная карта. То есть не какая-то не вырвиглазная, ничего такого нет, в общем, супер карта. И на этом все, ребят. Два мода, это трассеры для пуль, ну для оружия, ну и, конечно, карта. Такая еще прямоугольная. В общем, всем спасибо за просмотр. Говорил и показывал я Эдди. Всем удачи, ребят, и до новых встреч. Адьос.